Всем привет-привет! Хочу показать мою готовую кофточку. В предыдущем ролике я рассказывала, из каких ниточек я вяжу и как я начинала ее вязать. Вот так она у меня получилась. Кто со мной новенький, повторю, что вязала я ее из ниточек от пихорки бисерная, цвет голубая бирюза, белые полосочки тоже пряжа бисерная и цветные полосочки тоже бисерная пряжа. Начинала я ее вязать у Елены Копилочки, позаимствовала такой вот ажурчик. Ажур называется ажурная веточка. Она у меня лежит, сухнет. Я ее только-только связала. Еще влажно. Так, горловину связала. И вот так рукавчики. Рукавчик чуть-чуть приспущенный получился у меня. Сшивала я крючком. С какой стороны видно, чтобы вот. Понизу тоже сделала крючком. Мне очень нравится. Я рада, что у меня вот такая кофточка получилась. И еще у меня один процессик готов. Это вот такие топотульки. Носочки детские. Связала я их просто на продажу. Вязала я из шерсти, которая так и называется, шерсть для носков. Состав пряжи, если меня память не подводит, то состав пряжи 80% шерсти, 20% акрила, 100 граммах 200 метров. Вязала на четырех спицах, я вяжу колодцем. На три спицы набирала по 8 петелек, на одну 9 петелек. Сомкнула в круг и начала вязать. Резиночка 1 на 1. Провязала я резиночка 6,5 сантиметров. Ой, 7,5 сантиметров. И перешла на лицевую гладь. Лицевой гладью, привязав 3 ряда, стала вывязывать вот такие вот дорожку. Провязала, чтобы как на пинеточках вот делают, чтобы шнурочек сюда продеть. И я так сделала, чтобы носочки не слетали у малыша. Еще провязав 3 ряда лицевой гладью, я перешла на вывязывание пяточки. Пяточку я обычно вяжу в носочках бабушкиной. Как мне сказали, что она так называется. А в этих носочках я провязала просто лицевую гладью. И здесь всю лицевую гладью провязала. По стельке носочки у меня длина 13,8. Ну, будем, допустим, скажем, 14 сантиметров по стельке. Такие топотульки. Это у меня, как уже раз говорю, на продажу. Мне даже, он, видите, что пряжа прям хорошая. Они после вот его такие мягкие становятся, приятненькие. Что вот видите, здесь вот как у овечьей шерсти, что вот такие волосики белые выглядывают. Так, это еще один процесс мой готов. И у меня еще на спицах один новый процесс. Это детский комбезик, комбинезончик. Комбинезон, если правильно, да? Вот этот комбезик я вяжу на возраст от 0 до 4-5 месяцев. Вяжу я его на продажу, не на заказ, просто на продажу. Сейчас самое время деткам
нужно утепляться, особенно таким липусиком. Итак, из чего я его вяжу, из каких ниточек? Вяжу я его из ниточек Ализе Шакирин Бэби. Так, цвет этих ниточек номер 149. Состав 100% акрил. Где он? 100% акрил. Так, и вес 100 грамм, 320 метров. С таким акрилом я уже работала. Я недавно вязала тоже костюмчик, джемперок и бермуду для девочки. Только там у меня шкирин был такой секционного окрашивания. Так, и вот такой цвет еще в этом комбинезоне присутствует. Это такой же состав, только номер цвета 157. Так, вяжу я его спицами. А, так, не сказала, что производитель нам рекомендует использовать при работе с этой пряжей спицы от номер 3 до номер 4. Я вяжу вот такими круговыми спицами. Номер 3,5. Мне спицы эти очень нравятся. По ним ниточка скользит. И ничего не зацепляется, ничего. Мне очень нравится. Так, расскажу немножко, как я его начинала вязать. Начинала я его вязать снизу. С вывязыванием штанишков. На спице номер 3,5 набирала я фабричный набор 24 петли. Так как у нас потом при вывязывании этой резиночки, у нас резиночка удваивается, получается 48. Привязав 9,5 сантиметров в резиночку 1 на 1, я провязала еще 2 рядочка лицевой гладью и добавил 6 петелек. И стала вывязывать такие штанишки. С этой стороны я сделала 8 петелек. Ой, 7 петелек. С этой стороны 8. И начал вывязывать косичку. Косичка состоит из 12 петелек. Такая. Длина штанишек. Сейчас измерим до начала резиночки. До начала резиночки у нас 19 сантиметров. Ну, 19,2, если точно быть. Но после ВТО эта пряжа немножко в размере растягивается. Спинка у меня уже готова. Длина по спинке у меня будет 26 сантиметров. Длина по спинке. Здесь я вывязывала небольшой росточек, буквально сколько, 6 рядочков я росточек вывязывала. Здесь у меня получилось, а на плечике я сделала по 19 или 18, вот уже не помню, по 19 петелек. Но я их еще не закрывала, я просто сделала нити другого цвета. Потом я уберу эту нить и буду сшивать иглой эти все, чтобы было красиво, чтобы, можно сказать, чтобы не было таких грубых швов, это здесь для малюток, чтобы были мягкие, не надо швы. Так, для допройм я, значит, длина будет самой. Для допроем самого у меня вот это вот тельце. Так, наверное, где-то мне лучше как измерить. Допроем у меня 16 сантиметров. Вот. Ниточки мешаются, иголочки гремят. Простите, пожалуйста. 16 сантиметров допроем. И пройма под рукавчики у меня будет
Ну, если считая вот этот рядок, который будем сшивать, то 13 сантиметров. Вяжу я его, значит, основной узор это рис, и у передней части такие косички. Мне очень нравится такой яркий. Я вообще предпочитаю, когда у детка вот такие костюмчики, ну, когда вот разноцветные, не однотонные, а разноцветные, чтобы глаза бросались, когда идут малыши. Вот, я уже такие комбинезончики вязала. У меня один вот недавно купили для малыша. Он у меня был голубой, но связанный из пряжи Lana Gold Classic, по-моему. Уже не помню, из какой пряжи вязала. Но Lana Gold, это точно. О, Lana Gold, по-моему. И к этому комбезику у меня вот такие пуговицы, цветочки. И так как это вяжется для маленькой принцессы будущей, я хочу еще куда-нибудь вот такие ягодки, пуговицы, ягодки украсить, красиво было. Можно, в принципе, и пуговицы, и это же пуговицы тоже, видите, что можно просто такие пуговицы пришить. Ну, мне кажется, вот такие пуговицы для малышей, они же когда одеваются, плачут, что надо получше какие-нибудь. Может быть, вообще еще какие-нибудь бегаю и куплю кругленькие, обычные, простые пуговицы. Вот такие вот у нас дела. Сегодня я еще его не вязала, так как я ездила в больницу в соседний город. Еще не вязала, и пока снимала ролик, а мне женщина одна заказала носочки на 39 размер женские, но чтобы пагльник был коротенький. Будем вязать. Еще у меня вот что есть, но это термонаклейка, она большая, да. И если термонаклеечку наклеить, то надо было просто здесь вывязать лицевой гладью. Я так думаю. На этом я с вами прощаюсь. И так уже много времени заняло. Всем говорю пока-пока. Спасибо за дружбу, за просмотр, за понимание. Всем пока-пока. До скорых встреч. И еще не сказала, что провязав длину станишек я соединила все части в одно, то есть под планки пуговицы я набирала по передней части, набирала по 7 петелек, это для планки под пуговицы. Планки под пуговицы я вяжу обычной платочной вязкой. Значит, по передней части набирала с двух сторон, с одной 7 петель и с другой стороны 7 петель. Через каждые 9 двойных вот таких рядочков делаю планку под пуговицы. По спинке, здесь вот эту сторону часть, с одной стороны набирала только тоже 7 петель. Все сошьется, будет все красиво.